А вам тоже хочется, чтобы холода поскорее отступили, а на смену им пришло ласковое весеннее солнышко? Самый лучший способ проводить зиму – это празднование Масленицы. Масленица – это старинный праздник, который традиционно отмечается широкими гуляниями, с русскими народными песнями, задорными танцами и ароматными блинами. Компания «Квадрошоу» производит широкий ассортимент декораций для празднования Масленицы. Хотите украсить сцену в городском парке? Для этой цели вам подойдут матрешки в народных узорах, танцующие аэромены, арки-гребешки и флажная лента. Вам нужно организовать празднование, а сцены нет? Отличное решение – надувные сценические навесы, расписанные народными узорами гжели-хохлома. Хотите организовать праздник во дворе жилого комплекса? Отличным украшением Масленицы станут надувной самовар с чашкой, матрешки и петушки. Масленица всегда сопровождается угощениями – блинами, баранками и горячим ароматным чаем. Чтобы было уютно угощаться на улице, мы разработали надувные и каркасные палатки в традиционных русских узорах. Чтобы праздник был веселым и ярким, нужно развлекать гостей. С этой задачей отлично справится аниматор в костюме надувного озорного петушка или в костюме матрешки. А чтобы никто не пропустил празднование зимы, вы можете заказать у нас петрушку с машущей рукой, которая будет приглашать всех прохожих присоединиться к веселью. Также не забудьте ознакомиться с фигурами в стиле городецкой росписи. Ссылка в описании. Заказывайте надувные декорации на Масленицу в компании «Квадрошоу». Давайте проводим зиму вместе!